Я столкнулся с проблемой бесконечного скроллинга. Проблема решается разными способами. Они различаются универсальностью и требуемыми трудозатратами. К счастью, в случае сайта РБК эта проблема решается быстро и элегантно. Я обнаружил это решение случайно, но образ моих действий является вполне общим. Я открыл веб-инспектор, открыл вкладку Network и начал скроллить вниз. Вижу, что в этой области появляются новые элементы и процессы. Есть целый ряд элементов, которые начинаются со слова query. Я кликаю на любом из них и смотрю в область справа, убеждаясь, что сверху выбрана вкладка Headers. Вижу Request URL и понимаю, что это скрытые ссылки, которые обеспечивают переход к следующим порциям выдачи. Беру эту ссылку и переношу в Jupyter. В этой ссылке в силу смены кодировки Китай отобразился набором нечитаемых символов, но даже если я их заменю на читаемые, хуже от этого не станет. Ссылка продолжит работать. Проверю. Ссылка работает. Вас может смутить, как выглядит информация. Вы можете подумать, визуализация оставляет желать лучшего. На самом деле для целей выгрузки эта информация представлена в оптимальном виде. В виде уже подготовленной структуры. Такая структура данных в Python называется словарь. Узнать, что перед вами словарь с высокой долей вероятности, можно по фигурным скобкам, открывающим и закрывающим содержимое объекта. Внутри этого словаря находятся двоеточие, которое разделяет ключ и значение ключа. Это все значение ключа items и так далее. Я не буду до конца выделять. И внутри значения ключа находится список. Квадратная скобка. Внутри этого списка еще один словарь. Первый ключ этого словаря – ID. Второй ключ этого словаря – front URL. И так далее. Каждая item – это новость. Каждая новость имеет свой ID, свой URL, свою publish date, свой title. Некоторые имеют фото, указание проекта, к которому относятся, категории и так далее. Здесь полная и структурированная информация о каждой новости из выдачи, за исключением самого текста новости. Но текст можно получить по ссылке. Текст мы получим чуть попозже. Вернемся к URL-адресу. Что означает offset? Сдвижку относительно начала выдачи. Если поставить 0, то будет выдано первые 10 новостей по запросу. Если поставить 100, будет выдано первые 100 новостей. Если поставить и здесь 100, то будут выданы 100 новостей из второй порции и так далее. Управляя этими числами, можно собрать все новости, выданные по запросу Китай, если, конечно, на сайте не стоит ограничения на количество выдаваемых новостей. Я пройдусь по таким ссылкам, меняя величину offset посредством цикла, чтобы обратиться со своего компьютера к удаленному серверу, на котором РБК располагает свои данные. Я использую библиотеку requests через интерактивное поле. Ввожу запрос Китай, обрабатываю его, формирую ссылку. Вот сюда вставляется содержимое объекта URL query.
которые формируются на основе того, что вписал в интерактивное поле. Вызываю библиотеку requests, обращаюсь по сформированному URL-адресу и применяю к созданному объекту resp не атрибут текст, а функцию JSON. Как раз функция JSON предназначена для того, чтобы распознать в этом тексте словари со списками словарей. И на случай, если у меня есть соображение о требуемом числе новостей из выдачи, через интерактивное поле я записываю то число, которое мне требуется. В данном случае я произвольно вписал большое число – 100 тысяч новостей. В реальности их будет меньше. Теперь обращение к такой ссылке я должен поместить в цикл, итерируя величину offset. Результат я буду записывать в объект под названием itemsList. Задаю его перед циклом как пустой список. Цикл пройдется в диапазоне от 0 до того числа, которое я вписал здесь. Если окажется, что оно слишком большое, цикл остановится раньше. Если окажется, что его недостаточно, я это увижу, потому что цикл пройдет до самого конца. То есть итератор достигнет 100 тысяч. И ввожу шаг 100, поскольку каждая ссылка предполагает выдачу 100 новостей, то мне не нужно, чтобы итератор менялся на единицу. Мне нужно, чтобы итератор менялся с шагом 100. Так, от нуля до этой границы с шагом 100. Формирую ссылку ровно так же, как формировал здесь, но соблюдая отступ, потому что теперь формирование ссылки находится внутри цикла. На каждой итерации обращаюсь к новой ссылке и записываю в объект resdict то, что находится по соответствующей ссылке, причем уже в распарсенном виде. Другими словами, машина будет понимать, что выгружен не текст, а словари со списками словарей. Добавляю каждый resdict в объект itemsList, причем уточняю, что мне требуется именно содержимое ключа items. На данный момент словарь портала РБК содержит именно ключ items, другие ключи не содержит. Раньше там были и другие ключи. Чтобы не собирать лишнюю информацию, я брал именно содержимое ключа items. Чтобы видеть, на какой итерации в процессе выполнения цикла, я делаю print номера итерации. Если на какой-то итерации оказывается, что содержимое ключа items – пустой список, тогда цикл останавливается и сообщает, что остановился, поскольку больше items нету. Запускаю этот цикл, он работает примерно минуту. Последний номер итерации равен 10100. Вроде как больше информации нет. Но чтобы быть в этом уверенным, чтобы не оказалось, что возникла какая-то ошибка или что сайт меня забанил, я проверяю вручную. Вставляю offset, равный 10100 в ссылку. Действительно, на этой странице items содержит пустой список. Откачусь на одну итерацию назад, то есть возьму итерацию, равную 10 тысячам. Здесь только одна новость. Значит, все в порядке. Значит, сайт меня ни в чем не ограничил и выдал мне всю содержащуюся у него информацию. Спасибо тебе, РБК, от души. Всю собранную информацию я хочу расположить в таблице или, другими словами, датафрейме. Для этого я распаковываю Pandas и помещаю в датафрейм переменную itemList, которую сформировал внутри цикла.
Мне не обязательно здесь указывать название столбцов, поскольку словарь и так предполагает название столбцов. Эти названия уже там есть внутри. ID, front URL, publish date, title, photo, project, category, opinion, authors и анонс. В этой табличке 10 тысяч одна строка. Другими словами, 10 тысяч одна новость. Неплохой такой улов. Записываю всю эту информацию в табличном виде в Excel-евский файл. DF – имя моего датафрейма. Функция to Excel. Могу еще указать, чтобы вот этот индекс не передавался в Excel-евский файл. Смотрю, действительно ли в нем содержится все, что требуется. Да, 10 тысяч одна новость. В следующем видео проведем первичную обработку и первичный анализ собранной информации.